Maybe. Все ломается, кроме этой тачки. Не, тачка, ну, я понимаю, там, скорее всего, там броня была. Наверное. Может быть, нет, сейчас посмотрим. Но они там появились просто внезапно. Вообще с ничего. Абсолютно неожиданно. They arrived really from nowhere. Так, ну что? 6 минут. Броня, броня, говорит. Ну да, вот броня, то есть тачка бронированная, поэтому она не взрывается. Если она на 100% будет прокачана, броня, плюс армированные колеса, то шансов гораздо меньше. Так, они едут к нам. Она даже не взрывается. Вот эта тачка уже не взрывается от гранатомета. Вот это уже подозрительно. So this car doesn't blow up even from the grenade launcher. That is suspicious. That is really suspicious. Мафия, huh? Cheaters rules. Fuck off, cheaters. Вот так вот, таких машин нету, чтобы они удерживали гранатомет. Вот это уже хрень, потому что даже та же Курума ломается, ну, она взрывается от одного выстрела. Пять человек на машине, откуда они сзади оказались, я так и не понял. Ну-ка посмотрим. Они взрываются, короче. It doesn't blow up. Let's see, let's see. We have 5 players. Ну, читайте, короче, видно, видно. Ага. Ага. Давайте еще видео наснимаем. Let's shoot this video. Another one. А этот откуда? Броас. Окей. Брос. Ну, это нормально. Это true. Брос там, сейчас найдем. And we have to switch over to CSGO. Видите, что происходит? Вот так вот. Cheaters confirmed. Они мигали, то есть они были как будто в режиме инвизия. Ну. Это все застреляет, да. В ментуру сдадим, да, конечно. Сейчас запустим видео с читаками, да. У них там 5 человек. А, пом-пом-пом. Ага, паттерн, ага. В режиме АФК, да-да-да. То есть они как будто находятся в режиме АФК, но это как бы, ну, да. Неинтересно, понятное дело. Так, нет, мы берем вот эту штуку. Угу. Oh, no.
Окей, окей, окей. So that is it. I think we got all the nicknames. Режим АФК, вот что это она, да, она, да. Машинка, стой. Самое интересное, там есть один из нашей банды, да, это интересно. Dunk in the Duck. Кстати, я могу в пассивку зайти? Давайте в пассивку войдем. Yeah, I can enable passive mode by myself. You're right. Here they are. Lol. Но все видят, что они делают. Они в режиме АФК, при этом могут стрелять. Ну, были до этого, да. В общем, вот, окей. Cheaters confirmed, and that is it. That was the ZRU, see you. Стоп.